это не очень хорошая идея сейчас идти в поле. Давай посидим и что-нибудь придумаем. Ведь у нас есть артефакты. Мы сможем справиться с проклятием. Да, Соня, ты права, я погорячилась. Давай подумаем, что у нас есть из артефактов. Книга снов, Морфеус, зонт. Зонт! Точно, нам нужен зонт времени. Мы отправимся в прошлое и помешаем нам пойти через поле. И тогда не найдем этот дурацкий кошелек. А как мы это сделаем, если нам нельзя встречаться с собой из прошлого? Да, точно. Это вызовет пространственно-временной коллапс. А может нам использовать камни четырех стихий? Это отличная идея. Но тогда нам нужен кулон. Все равно придется идти и снимать его с чучела. Хорошо, пошли вместе. Да, пошли. А вдруг его там нет? Мы не узнаем, пока не проверим. Девочки, привет. Привет, пап. Здравствуйте. Вы опять что-то задумали? Ничего, мы просто разговаривали. А пугало зачем нарядили? Что? Какое пугало? Где оно? Ну как где? Во дворе стоит. Я приехал, даже напугался немного. Такое страшное, как в фильмах. Ну думаю точно, это дело рук Сони и Алены. Этого не может быть! Ну зачем вы это сделали? Соня, откуда он здесь взялся? Где кулон? Вроде у нас ничего не посажено. Что вы тут решили охранять? Папа, это не мы! Это чучело стояло в поле! Я не знаю, откуда оно здесь! Так, девочки, мне это все не нравится. Если это не вы принесли, тогда кто? Он сам пришел. Алена, не говори ерунды. Как он мог прийти? Смотри, под этими калошами солома. Так, если это не ваш, я его унесу на помойку. Дядя Гриш, постойте! Подождите, мне нужно кое-что проверить. Что? Соня, кулона нигде нет. Куда он пропал? Девочки, вас не поймешь. То вы говорите, что он не ваш. Теперь ищите какой-то кулон. Ты уверена? Да, посмотри сама. Ну все, девочки, хватит. Я уношу этот кошмар из нашего двора. Соня, что же нам делать? Куда делся кулон? Алена, давай все-таки используем зонт. Ко мне в голову пришла идея. Какая? Пойдем домой, я тебе все расскажу. Алена, давай попьем чай и успокоимся. Сон, да какой чай? Не до чая теперь. Давай рассказывай, что ты там придумала. Не беспокойся, идея просто бомба. Сейчас мы все решим. Так, чай уже остыл, сейчас налью другой. От проклятия не избавиться. Не пытайся противиться этому. Лучше ищи, кому надеть кулон. Ты в порядке? Соня, говори скорее, что за идея. В общем, идея такая. Мы возвращаемся в прошлое с помощью зонта, идем на поле и там перед тропинкой ставим табличку, что входить нельзя, опасно для жизни. Хорошая идея, но вдруг мы из прошлого ослушаемся. Тогда нам нужно придумать запасной вариант. Сонь, что-то меня морозит. Кажется, я заболела. Немного горячий. Дай мне кофту, пожалуйста. Мне очень холодно. Хорошо, сейчас. Ищи, на кого ты наденешь кулон. Может, на твою лучшую подружку. Она подходит. Надень кулон на нее.
Тогда будешь свободна. Нет у меня никакого кулона! Алена, ты чего? Я знаю. Вот, держи кофту. Может, тебе дать жаропонижающее? Да, Соня, мне плохо. Мне очень плохо. Хорошо, у нас где-то были таблетки. Алена? Алена? Алена, что с тобой? Папа! 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 Скорей сюда! Алене плохо! Соня, если честно, уже достали со своими прикольчиками. Что? Что это такое? Сонь, ваши с Аленой шуточки выходят за границы моего понимания. Нет, Алена, нет. Ну ничего, я знаю, как все исправить. Вы про этот кулон говорили? Нет, папа, нельзя, нельзя его трогать руками. Что ты наделал? Сонь, ты чего кричишь? Что за неуважение к взрослым? Ладно, снимайте тут свои пранки без меня. Я не хочу больше в этом участвовать. Не переживай, Алена. Я знаю, что делать. Мне нельзя встречаться с собой из прошлого. Но Насте-то можно? Офигеть. Соня, а ты уверена, что это Алена? Может, твой папа прав, это какая-то шутка? Нет, Настя, это не шутка, это Алена. И она превратилась в пугало. Это проклятие этого кулона. Ты сможешь помочь? Конечно, сестренка, ради тебя я готова на все. Ну тогда держи зонт времени и отправляйся в сегодняшний день, 10 часов утра. Эх, как давно я этого не делала. Я так соскучилась по нашим с тобой приключениям. Не переживай, я все сделаю как надо. Настя, в 10 часов утра мы с Аленой шли по полю. Тебе надо нас догнать и не дать нам пойти на то самое поле. Соня, к чему такие сложности? Не проще ли мне появиться немного пораньше и объяснить все тебе, когда ты будешь дома? Точно! Да ты просто гений! Я знаю. В 9:30 я как раз таки была дома одна. Вот и чудненько. Так, зонт, отправь меня в 9:30 утра сегодняшнего дня! Надеюсь, у нее все получится. Настя, что ты тут делаешь? Тише, тише, не кипишуй. Давай посидим, чайку попьем, поболтаем. Настя, я бы с удовольствием, но я не могу. Мне уже бежать надо. А вот бежать тебе как раз-таки никуда и не надо. В смысле? В прямом. Вы с Аленой сейчас решили поехать в город на электричке. Откуда ты знаешь? Ах да, ты же из будущего. Ну так вот, вы пойдете через поле, чтобы сократить путь. А там вы найдете пугало и черный кошелек с проклятым кулоном. Ну а дальше сама понимаешь. Вот дела. Спасибо, Настя, что предупредила. Не за что. Так поступают настоящие сестры. В общем, оставайтесь сегодня дома, никуда не ходите. А я полетела обратно. Сейчас позвоню Алене, все и расскажу. Я так соскучилась. Ты давно к нам не приезжала. Я приехала, чтобы тебя поздравить. Поэтому без предупреждения, чтоб сюрприз был. Поздравить? С чем? Как с чем? У тебя же на канале 5 миллионов подписчиков. Нет, Настя, ты что-то путаешь. Сейчас 4 998 тысяч. Ты что, забыла? Я же из будущего, а в будущем у тебя уже 5 миллионов. Смотри, уже 5 миллионов подписчиков. Точно. Неужели она сейчас появится? Да, должна в течение следующей минуты. А вот и я. Спасибо, моя спасительница. Не за что. Я рада, что ты больше не пугала.
Хотя стой, что это у тебя в волосах? Что там? Шутка! Сюрприз! Доченька, мы узнали, что у тебя сегодня на канале 5 миллионов подписчиков. Мы тебя поздравляем от души. Ура! Друзья, спасибо вам за 5 миллионов подписчиков. Спасибо, что смотрите мои видео, ставите лайки, пишите самые лучшие комментарии за вашу поддержку. А я буду стараться радовать вас своими видео и дальше. До встречи на канале Непета! Ура! Спонсоры моего канала: Слава, Сонька Понька. Спасибо за просмотр. До встречи на канале Непета.